dividing the place. Get ready. Pump up the volume. Pump up the volume.
Шановні друзі, поруч зі мною Білий Кіля, гравець команди «Білуга». Вітаю вашу команду з перемогою. Сьогодні був доволі непростий матч. Скажіть, чому в другому таймі так багато фалили? Аж 15 фалів на дві команди. Ну, во-первых, це перша гра второго круга. Був небольшой перерыв, і
Команды как смогли, так и подготовились. В основном было много борьбы во втором тайме, так как первый тайм мы закончили, как бы, ведя в счете 3-0. Во втором тайме команда Артур Мюзик постаралась как можно быстрее сократить расстояние в счете. И было много атак, много борьбы, ну и, соответственно, много фолов. Много фолили. Так. Ваша команда впевнено доволі зіграла в першому таймі. Чому на початку другого все-таки були якісь труднощі? Пропустили два швидкі м'ячі? Ну, возможно, где-то немножко потеря концентрации. Ну, а так, я думаю, все-таки первая игра, можно списать на первую игру, так. Кто основной ваш конкурент в борьбе за титул? В этом сезоне все команды на высоком уровне. Но, как и прежде, как предыдущие сезоны, все команды хорошо подготовлены, и конкретно кого-то выделить, ну, возможно, все-таки хит. Хит, так как в основном все финалы предыдущих годов были с хитом. Ви один з наймолодших гравців Ліги А. Як взагалі вдалося потрапити в команду? Які емоції від таких ігор? Ну, емоції переповняють на самом деле, так как, во-первых, много желания проявить себя, так как шанс дался таков, много работал. И как бы это незаменимый опыт в игре с такими игроками, как вот Тарас Шпичка, Олег Шайтанов, Олег Шуст и другие. Вот. Так. Як вам взагалі вдалося потрапити в команду? Як ви пройшли цей шлях? Прийшов в мініфутбол з більшого футболу, так як грав спочатку за дитсько-юношескую школу «Восход», потім грав за «Княжу» «Щасливе» в спортінтернаті. Ну, а потім попав в дитсько-юношескую «Ліс» по мініфутболу, так як вона єдина в Києві у нас. Ну, і оттуда как бы... Попал как раз еще в планету Мост во вторую команду, когда еще была первая команда, вторая. Но вскоре, буквально через месяц, все-таки она развалилась, как бы. Закончилось финансирование, ну и так. А Коля Костенко, так как он является еще тренером аграрного университета, я играю за Национальный пищевой университет. Коля Костенко как бы видел, и сначала я попал в новую почту, отыграл здесь кубок бизнес-лиги в начале. Ну, а потом после новой почты как бы было приглашение проявить себя, и был дан шанс. Дякую, успехов вам в бизнес-лиге в наступном матче. Спасибо.